готовимся. Да? Да. На всякий случай. Ну, да не сразу уедете. Нет, пока ждем. Надо было правителям нашим договариваться. Кто виноват? Народ простой этого не хотит, это 100%. А вот не договорились, а теперь страдать, конечно, будем мы. Путин объявил войну, все, значит, надо ждать. Ну вот сейчас собираюсь, маму вывезу, ну а сам вернусь и буду смотреть уже по обстоятельствам, если город будет бомбить, тогда уеду. Что вы ожидаете? Мира, только мира. Я надеюсь, что найдутся умные люди, которые разведут их в стороны. Извините. Да что, это уже, наверное, война уже началась полностью. Это уже ясно и понятно. Так что буду ждать. Позвонят, значит, пойду в военкомат. Уезжаю. Не дам? Эвакуация. Да не ждете, что будет. Нет.